Европейский Союз выразил возмущение высылкой своего посла из Венесуэлы, о которой объявил называющий себя президентом Николас Мадуро. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности рассматривает возможность выдворения из ЕС венесуэльского посла. Мы считаем, что решение предоставить послу ЕС в Каракасе 72 часа для выезда из страны требует ответных мер, сказал Жозеп Боррель. Пока я не могу определить, какими будут эти меры. Каракас объявил посла ЕС Исабель Бриллианта Педросу персона нон грата в понедельник из-за того, что Брюссель ввел санкции против 11 венесуэльских чиновников. ЕС считает их причастными к действиям, подрывающим демократию и верховенство права. Но в Европарламенте по-разному отнеслись к обмену колкостями с Мадуро. К более решительным мерам призывает испанский либерал. «В дипломатии высылка посла является необычной мерой», — сказал Жорди Каньяс. «Нам бросили исключительный вызов, нанесли исключительное оскорбление, поэтому я считаю, что европейский ответ должен быть исключительным». Левый испанец возлагает на ЕС вину за эту конфронтацию. «Жаль, что мы к этому пришли, но это логично», — сказал Ману Пинеда. «Я понимаю решение правительства Венесуэлы выслать посла, представляющего интервенционистские силы». Венесуэльский посол был вызван в одно из брюссельских учреждений. Но выслать его будет нелегко, потому что за это должны высказаться единогласно все страны-члены ЕС. Большинство этих стран признают временным главой венесуэльского государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.